уходите! Уходите отсюда! Мы уйдем! Вы не волнуйтесь! Жень, он будет наконец-таки свободно. Не ломайте, я его открывать! Не ломайте, не ломайте, дурь, не пускайте! Я вот инвалид, у меня вторая группа. Я понимаю. Нет, вы ничего не понимаете. И муж инвалид. Я могу все документы принести. И двое детей еще внучат. Законный объект. А законный объект на порожках торгует. А где он 8 лет? Подождите, 8 лет. Где он был, этот объект? Вот здесь. Стоял. Так и незаконно стоял. А почему? Сейчас все закончилось. А почему? Потому вы мне объясните, почему такое, как бы, такие люди. Мы уберем. Так, вы так отвернется от нас. Я сейчас выйду туда и буду стоять у исполкома с детьми. Их двое, у нее неопределенно внучат, их надо кормить. Никто об этом не подумал. Да, не буду много что говорить, просто скажу, что, слушаем, незаконно установленные торговые палатки в подземном переходе в свое время у кого-то хватило ума засунуть сюда торговые объекты под землю. Сейчас сносим, делаем проход шире, чтобы было нашим жителям и туристам удобно посещать Трёх Сергиевых. То есть данный объект незаконный, было выдано уведомление, как это? Данный объект незаконный, мы приняли решение, было заседание комиссии, приняли решение, что объект незаконный. Собственника, в конце концов, мы не смогли установить, потому что те арендаторы, как они говорили, кто сидели, мы тут сами, было все открыто, зашло, и сидели, деньги никому не платили. Поэтому приняли решение, принесли постановление группы, как демонтировать этот закон на находящийся объект. Поэтому сейчас эти работы мы проводим. То есть сегодня будет завершен демонтаж, как понимаю, по-моему? Сегодня будет, да, сегодня будет завершен демонтаж. Мы все делаем переход чистим и штукатуру расчищаем. И более того, есть мысль, уже есть договоренность немножко его красивенько раскрасить. Вот такая задача стоит. Это первый шаг, и дальше мы идем также в город и проводим ревизию всех торговых объектов. Если опять устанавливаем, что что-то будет незаконно, значит, принимаем такие решения. Спасибо. А чем мешали вот эти вот объекты? Они мешали, что они находятся здесь незаконно. Они нарушают закон. Вот поэтому они мешали. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Скажите, это ваши палатки? Да. А вы собственник? Да, я не собственник, я предприниматель. Ага. А с кем вы заключили договор, чтобы здесь торговать? Мы до этого у нас был Юсупов, а сейчас, не знаю, у нас были договора. Плохо было слышно. Кто до этого был? Юсупов. Ага. А сейчас кто, я не знаю. Угу. Сейчас город ломает. Нет, ломает город. А кто? Нет, чьи это палатки-то? Да кто ее знает? Спросите, чьи они палатки у города. Они больше нас знают. В кресло садятся каждый год. Раз, и люди. Ясно. Одних увольняют, других сажают. 2008 года. Я перетерпела кражу была. У меня был здесь кража на 100 с лишним тысяч. Документы... Пойдите сюда, пойдите вот так. Сейчас. Так не раскрыта кража. Я все равно оставалась в своем месте, работала. Представьте, 8 лет простоять здесь. Одним и тем же товаром. Я ни в чей товар не влазила, никуда, ничего. Я занимаюсь пуховыми изделиями, сама вяжу. А теперь я осталась без работы. К тому же я еще инвалид второй группы. Кто меня на работу куда возьмет? Скажите, а с кем вы заключали договора, кто вам позволил здесь стоять, торговать? Раньше был Юсупов, а потом уже его нет. Откуда я знаю, кто сейчас у нас хозяин? Борис Ивановна Викторовна, начальник отдела потребительского рынка услуг, администрация городского сельсовета. Расскажи, пожалуйста, что это происходит, почему здесь заключена торговля? Значит, в соответствии с действующим законодательством Московской области, значит, распоряжение Министерства потребительского рынка, существует прямой запрет на размещение нестационарных торговых объектов в подземных переходах. Значит, нами было проведено заседание комиссии по демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Значит, на первом заседании мы выявляли собственника, значит, собственник определен так и не был. Значит, в соответствии с действующим законодательством мы на данный момент производим демонтаж незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, собственника которых не выявлен. Какие уровни нарушения? Во-первых, размещение, как я уже сказала, размещение в переходах подземных запрещено, прямой запрет на размещение данных объектов. Значит, потом со стороны служб ГОЧС тоже существует определенный запрет на сужение в данном случае подземного перехода. Это существенно ухудшает
и облик города, и мешает жителям.